Почему ты убил моего ребенка? Я спрошу еще раз. Почему ты убил моего ребенка? Потому что ты убил мою мать. Значит, это месть. Понятно. Это больше, чем месть. Неужели? Это было ради свободы. Свободы? Ну, похоже, ты и так свободен. Раз убил моего наследника. Я говорю не про свою свободу, а про свободу человечества. Человечество. И как, по-твоему, человечество будет распоряжаться этой свободой? Она была у них, когда я прибыл на Землю. И что, по-твоему, они делали с ней? Они воевали, они убивали, и они голодали. Я принес процветание. Я принес порядок. А что принес ты? Кроме насилия, войну, смерть. Ну же, Данте, разозли его. Знаешь что, Мундус? Ты прав. Это не ради человечества. Это просто месть. Должен сказать, убить твоего ребенка, смотреть, как он разлетается на маленькие кусочки, слышать твой бабий визг, это бесценно. Ставлю тебе смотреть, как буду пожирать твое бьющееся сердце. Что ж, давай захлопнем тебя. Что ты наделал? Оставь моего брата в покое. Ты в порядке? А ты не торопился. Ни за что.
Ты готов? Теперь мы можем убить его? Врата ада закрыты. Никогда! Есть идеи? Видишь его глаз? Да. У его ребенка было нечто похожее. Начнем с этого. Нам нужно его открыть. Ты мудак! Займи его. Я попытаюсь открыть глаз. Не нападай на него. Просто продержись, пока я не раскрою его глаз. Данте, теперь доберись до глаза. Классный прыжок. Смотри, он разваливается. Данте, ты видишь это? Да, вижу. Он все еще там. Мы должны попасть туда и убить его. Давай, пошли. Почему его тело там? Мундус слился со своей физической оболочкой, поэтому он защищает ее. И уничтожив тело? Мы убьем Мундуса. Oh!
Мы сделали это. Я сделал.